Разрешите представиться, Хантер. Я могу быстро и долго бегать, высоко прыгать, громко лаять и петь под луной. Но я ничего не вижу. А еще я по-прежнему люблю своего хозяина. Ведущим благотворительного концерта, организованного Центром русской культуры в поддержку бездомных животных, стал огромный пес по кличке Хантер. История жизни слепого питомца абсолютно реальна и печальна. Ее рассказала соучредитель общества защиты животных «Атика» Эльвира Лифанова. Если вы обратили внимание, в фойе на стенде есть его фотография, где написано «Хантер, слепой пес». Хантер метался двое суток в Кайкеме между домами, не помню уже на какой улице, да это и не важно, и выл. Выл, может быть, не от боли, а от страха и от душевного страдания, и от боли предательства. Потому что, когда он стал слепым, его выкинули на улицу. Да, сегодня он живет у нас, уже пообвыкся, уже не прячется, уже доверяет снова людям, даже сказать, очень любит людей, потому что это собака-обнимака. Грустная история о слепшей собаке не единственная в Хатику. Каждое животное, будь то кошкой или собакой, что находится на передержке у волонтеров, объединяет одно – это предательство человека. В Хатико уверены, что есть добрые люди, которые обретут любимца. У нас был опыт, когда в сентябре была выставка, то есть мы отдали 21 щенка, впоследствии нам 4 щенков на следующий день вернули. Поэтому мы думаем, что пусть сейчас люди посмотрят, познакомятся, подумают до завтрашнего утра, и если все-таки они решат забрать кого-то к себе домой, то они смогут с нами созвониться, мы с ними встретимся и с удовольствием. На призыв помочь организовать благотворительный концерт откликнулись многие творческие коллективы Кызыла, такие как вокальный ансамбль «Ойда», ансамбль казачьей песни «Иван да Марья», коллектив народной песни «Раздолье», солисты Центра русской культуры, ансамбль «Тыва» Центра тувинской культуры и детские ансамбли «Капитошка» и «Канитель». Ведь именно с детства воспитывается отзывчивость, милосердие, доброта и сострадание к братьям нашим меньшим. У меня в сумке лежит корм для животных, и мы с мамой подкармливаем. На улицах Кызыла живет большое количество больных животных, которым нужна помощь. На концерте собирали пожертвования в помощь бездомным животным на лечение, корм и вакцинацию. Общая сумма пожертвований на мероприятии составила 16 985 рублей.